Более 1000 предпринимателей региона изъявили желание обменяться опытом с коллегами и партнерами. Людей дело объединило 11-й форум Самарской платформы развития бизнеса. Он проходит при поддержке городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли и посвящен решению основных вопросов малого и среднего предпринимательства. С приветственной речью к участникам форума обратилась глава города Елена Лапушкина. Речь идет о поисках альтернативных способов взаимодействия с аудиторией и потребителями, разработки механизмов взаимодействия с партнерами и госорганами для дальнейшего развития предприятий и формирования устойчивой деловой среды. Участники форума смогут подвести итоги работы, обсудить прогнозы и планы на предстоящий год. В Самаре зарегистрировано более 62 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, на 4% больше, чем в прошлом году. Этот сегмент бизнеса производит четверть валового городского продукта и обеспечивает занятость более 170 тысяч человек. Этот форум направлен для тех отраслей, которые испытывают сложности, трудности, которые как раз претерпевают не развитие, а как раз либо стагнацию, либо наоборот испытывают проблемы в бизнесе. Есть, безусловно, точки роста, ими нужно пользоваться. Этот форум направлен на то, чтобы эти точки роста найти. Самарская область входит в наивысшую группу по экспортной готовности среди всех регионов Российской Федерации. Приоритетным направлением является увеличение объемов экспорта для малого и среднего бизнеса. Сейчас общий тренд – это познакомиться, да, как-то влиться вот в эти стремительно меняющиеся условия, понять, что же сейчас будет актуально и что нужно предпринимателю сделать, чтобы его бизнес не только остался на плаву, но и развивался. Среди базовых мер поддержки предпринимателей Самары – финансовая помощь. Департаментам предоставляются гранты на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Получить субсидию до 300 тысяч рублей можно, если организация зарегистрирована в Самаре, не находится в реестре недобросовестных поставщиков и имеет кредит на сумму более 500 тысяч рублей. В текущем году прием заявок завершен, но программа будет действовать и в следующем году. Виктория Шара и Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.